Значит, также у нас тут на выставке присутствует Gun Makers, да? Да. Магазин по тюнингу ГББ. Вы знаете, что я любитель ГББ. Вот интересует, как бы, что вы можете пользователям донести там в двух словах, что предлагаете, донести, как работаете. Донести продукцию от компании Ротек, все известные, фактически на М4, как все ГББ знают. Представлено фактически все. Это бодики, да, я так понимаю? Это, да, бодики алюминиевые, фрезерованные, кованые. Есть под покраску специальный, есть без маркировки, есть с маркировкой на выбор. Но, к сожалению, на данный момент нет. Затворы, смотрю, да? Затвор стальной, с алюминиевым нозлом, поп-апом, регулируемый. Как бы можно все это дело ставить и забывать о том, что это все ломается. Ну и так, смотри, плюс УСМ, да, УСМ, труба алюминиевая, ротековская, недавно выпустили, не ломается. Вот это вот. Вот. Что еще могу сказать? У них фирма новая появилась, New AST. Это то есть они же только? Ну, как полагается, да. Это значит, они делают у нас досылатель. Да, подбодики делают, досылатели делают. Сделали сейчас переводчик огня как двойной, так и одинарный. Вот этот одинарный, плюс делают камеру хоп-ап. То есть это все дело стальное. Все это дело стальное, поэтому не сломается, сломать тяжело. Вот. Также представлено, помимо ВЕ, запчасти на ВА, СТД и на КАЦУ. То есть рай для ГББ. Ну, грубо говоря, да. Фактически. Отлично. Будем переход, еще делать будем переход, стараемся на пистолеты все-таки. Тоже то есть на данный момент это стволики, внутренние 601, какие-то УСМ, опять же, АСТ сделан УСМ на ГЛОК, на 18-й, по-моему, УСМ стальной. Ну, и будем развивать все это дело, тематику. Спасибо, будем теперь знать, где это все искать, добро, спасибо. И вам тоже.